Более века работы на радость волокжанам. «Салют» – старейший действующий кинотеатр города в этом году отметит свой юбилей. К своему 105-летию он подготовил для зрителей массу сюрпризов, конкурсов и встреч. Подробнее расскажет Юлия Савинцева. «Салют 105. От немого до цифрового». Под таким девизом проведет этот год старейший кинотеатр города. И кинотеатру есть что рассказать. Свою историю он ведет с 1910 года. Носил название «Стелла Норт» и «Искра». И лишь в 1969 приобрел название, известное сейчас каждому волокжанину. В свой юбилейный год кинотеатр подготовил для зрителей массу сюрпризов и акций, начинаются которые уже в феврале. Так в кинотеатре заработает кинолекторий. Подбирая темы для лекций, мы постарались охватить всю зрительскую аудиторию, то есть и детей, и молодежь, людей среднего и старшего возраста. Детям планируем рассказать о мультипликации, о детских фильмах-юбилярах, вот на которых выросло уже не одно поколение зрителей. Людям старшего поколения, наверное, будет интересно вспомнить кинохиты советского периода. Молодежи расскажут о достижениях российского кинематографа и о молодых режиссерах. Всего лекций будет 10. Отметит кинотеатр и год литературы. В рамках кинолектория планируется обсудить со зрителем лучшие и самые удачные экранизации классических произведений и фильмы обладателей престижных кинонаград, в том числе и оскароносные советские и российские картины. Кроме того, получить бесплатные билеты в кино и скидки на сеансы зрители смогут и в течение всего юбилейного года. Это подарки за участие в викторинах, конкурсах и активное посещение кинотеатра. Юлия Савинцева, Михаил Прищев. События дня.